Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на свадьбе Андрея и Оли. 3 июля, День независимости. Зависимые друг от друга люди сейчас переодеваются. Гости только начинают съезжаться. Я думаю, что самое время взять интервью у тех, кто сегодня готов сделать безудержное веселье. А именно, у наших гостей. Будем, друзья, знакомиться. Здравствуйте! Здравствуйте. Как вас зовут? Иннокентий. Святослав. Ярополк. Святослава. Я не знаю. Очень приятно. Для того, чтобы поближе познакомиться, давайте немножечко расскажете о себе, кем вы работаете. Вязание лаптей. Цирюльник. Коваль. Куртизанка. Переворачиватель пингвина. Ну вот, а скажите честно, какие эмоции вы испытали, когда получили приглашение на свадьбу? Плохие. Плохо мне, мне страшно. Обычно пукой. Как я понял, особо радости, короче, нет. Ну, самое интересное, для того, чтобы соблюсти все формальности, скажите, вы знаете, как зовут молодоженов? Не знаю ни одного. Да. Как? Святослав. Чип и Дейл. Просто без понятия. Том и Джерри. Ну, как говорится, свадьба не без этого. Скажите честно, любите ли вы выпивать? Если не секрет, сколько планируете сегодня выпить на свадьбе? Бесконечно. Ну, я думаю, литра 3. Не знаю, наверное, литров 10. 88 литров. Ну, все прекрасно понимают, тяжелое время. Скажите честно, на что вы подарили сегодня молодоженам? Автомобиль. И просто спички. Сервизы, посуду, торшеры. Корову, свинью. Ну вот, хочется узнать ваше мнение. Как вы думаете, кто сегодня на свадьбе напьется? Вот залезет на барную стойку, начнет дебоширить, уснет в салате. Короче, кто сегодня как сделает трэш? Кто сегодня сделает? Давайте имена, клички, фамилии. Как вы думаете? Саша, Костя, Ярик, Андрей, жених. Все. Ну, мы же из Латвии. Есть? Мелкий, Андрюха, Никитос и бродяга. Ну, у нас жених-невеста, а еще я знаю сестра, я не знаю, я ее еще не видел. Надеюсь, она будет Олина сестра. Вот. Ну, вот Олина сестра 100%. Да. Старший сын, его семья. А, Андрей, Оля! Я, конечно, сам не верю. Люди только что вот мне сообщили, правда это или нет, я не верю. Но если это действительно так, говорят, что вы целовались с женихом. Если это так, ну, подтвердите это и расскажите, где это было, как, в каких обстоятельствах? Это в деревне было. А в деревне прикольно вечером, да. Ну, честно, не помню, я пьяный был. Ночью в отеле? Вот так это было. Когда это было? 8 июля. Ну, очень приятно было с вами сегодня познакомиться. Последний вопрос. Говорят, что вы готовы сделать сюрприз молодоженам и рассчитаться за весь банкет. Если это действительно так, дайте какой-то знак. Тра-та-та. Какой был первый вопрос?